Известный актер театра и кино Гани Кулжанов будет снимать кино в Кызылорде. Об этом наш прославленный земляк рассказал на брифинге с участием гостей акции «Туган жерге тағзым». Гани Кулжанов в числе других наших талантливых земляков приехал на форум, чтобы поделиться своей формулой успеха. Первую популярность ему принесла роль Джохи в сериале «Перекресток». Но Гани Кулжанов доказал, он не собирается оставаться в тени одной роли. За плечами артиста более 50 ролей в театре и кино. Актер основал театр молодежи в Астане. Теперь планирует снять кино в Кызылорде. Вечная тема – тема любви. За основу мы возьмем этот жанр. Это моя давняя мечта – снять фильм на родной земле. Сейчас решаем организационные вопросы. И однозначно весь актерский состав будет из числа местных актеров. Потому что я уверен, в нашем областном драмтеатре имени Нартая Бекижанова одни из самых талантливых артистов в стране. Поэтому никого извне привлекать мы не будем. Еще одна цель – снять документальный фильм про нашу область, где мы расскажем историю родного края. Хочу эти работы посвятить 200-летию Кызылорды. Каждый из участников – корифеи своего дела. Наши земляки пишут историю медицины, науки, журналистики, культуры, бизнеса и так далее. Их вклад в развитие страны неоценим. На брифинге спикеры поделились своим источником вдохновения. Где бы я ни находился, над какими проектами ни работал, я всегда вспоминаю свой маленький аул. Когда ностальгирую по родным местам, посвящаю стихи. Основа каждого человека – это его родина. То место, где он сформировался, именно родина меня всегда вдохновляет. Туган жерге тағзым выполняет минимум две задачи. Это воспитание молодого поколения на примере знаменитых земляков и использование их опыта в решении тех или иных вопросов. К примеру, уроженец Аральского района, академик Национальной академии наук, врач-онколог Житкерген Арзыкулов намерен передать свой бесценный багаж знаний кызылординским медикам. Задача каждого человека – принести пользу родной земле, своим землякам. Своим успехом ты обязан родине. У нас много планов относительно развития здравоохранения Кызылординской области. Принято считать, что успех – это 99% труда и 1% таланта. Все наши успешные земляки, будь то спортсмены или академики, бизнесмены или журналисты, доказали на своем примере, чтобы добиться результатов и быть полезным родине, надо самоотверженно трудиться. Чингис Валиханова, Бекболат Абденов, Турехан Кожахметов, телеканал Кызылорда.